Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, ставьте лайк, больше снимать для вас видео. Все, что я скажу, есть свои мои домыслы и фантазии. Почему мобилизованных не от спецоперации, так сказать, с Украины не отправляют в Россию, а зэков отправляют? Дело в том, что, видите, зэки как бы будут молчать, да? Вот. А мобилизованные – это утилизация какая-то. То есть сам президент какой-то приказ утилизировать, в принципе, да, или какие-то военные. Вот. Также по гаданию мы видим, что, в принципе, они не хотят их выпускать, то есть со спецоперации мобилизованных, потому что они разболтают о правде, видите? И тогда будет больше посадок военных в тюрьму, будут какие-то, как говорится, проблемы уже у них за границей с их богатыми детишками, да? То есть это все коснется. Поэтому проще удерживать это все, утилизировать, видите? Выгода утилизации, то есть выгода смерти. То есть, значит, этот план с самого начала в этом и, как говорится, преследовали с самого начала начальники или высокопоставленные люди. Ну что ж, всем удачи, успехов, Максим Чу, ставьте лайк, пусть удачи.